29 024 рубля при коэффициенте 1,8 и 26 791 рубль при коэффициенте 1,6. На Камчатке размер минимальной заработной платы повысится с 1 мая. Соответствующий документ уже подписал губернатор края. С 1 мая 2018 года у нас уровень минимальной оплаты труда составил 11 163 рубля, по-моему, да. С учетом коэффициентов это будет 26-29 тысяч. 29. Да. Конечно, это такая очень важная веха в нашей борьбе с бедностью. Вот новая система у нас, этот уровень минимальной зарплаты является еще неким регулятором практически во всех сферах экономики Камчатки. Надо сказать, что мы этим занимаемся давно. И благодаря тому взаимодействию, конструктивному взаимодействию между профсоюзами Камчатки, между объединениями работодателя и, конечно, властью, нам удается двигаться вперед. Решение о заключении соответствующего соглашения было принято еще 20 марта на заседании Краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае. В соответствии с его условиями минимальная зарплата более чем на 30% превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения. Владимир Илюхин отметил, что достижение такого результата в социальной сфере стало возможно благодаря конструктивному сотрудничеству с профсоюзами и работодателями.